краям есть кнопки, это для регулировки ручки. Чтобы снять блок, вот здесь с двух сторон есть маленькие кнопочки, снимается полностью блок. Он, ручка не перекидывается, перекидывается сам непосредственно блок. Вот таким вот образом. Здесь вот получается это максимально лежачее положение, полулежачее, полусидячее и сидячее. Четыре в общей сложности положения спинки. Вот здесь вот можно бампер передний снимать. Чехол на ножке можно снять, это зимний чехол, он съемный. Вот здесь вот получается подножка с регулировкой идет. Чтобы коляску сложить, надо полностью блок убрать в сторону. Подойти сзади к раме. Вот эти вот есть курки специальные, их тянете на себя. И коляска вот таким вот образом складывается. Вот таким вот образом. Можно будет так вот катать.